Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня опять для вас принес новая тема у нас есть, которую мы будем обговаривать. Glass-fill ruby. Стекловой там руби какой-то, можно говорить, там есть рубин, но они поставляют какое-то химическое вещество внутри, где бывает трещение, они заполняют вот это камень и сделают через термическую обработку, сделают такой рубин. То, что там видно, очень красиво, очень хорошо, очень там чистота бывает и очень классный свет бывает. Вот это называется glass-fill ruby, на английском говорят. Это камень, который люди хотят носить и уже носили. Там одна проблема есть, которую люди меня спрашивают через WhatsApp, отправляют свои камни, хотят проверить, чтобы реальный или нереальный. А камни, которые рубин, специально, которые люди меня отправили, все есть, можно говорить, glass-fill. Они нереальные. Это материал реальный, но они внутри поставляют какое-то химическое вещество. Вы уже знаете, что если какое-то внутри там химическое вещество будет, то химическая формула изменяется. У него базальная основная, которая есть у него химическая формула, это изменяется через это glass-fill. А как раз это меняется, это не может вам давать такое преимущество, которое вы хотите, потому что там смешно есть. И не одна вещь есть там сейчас, там смешно есть. И там такой полезный эффект вообще не будет, то, что вы хотите, то, что вы думаете, или для чего вы будете носить этот камень. Поэтому я хочу, чтобы вы узнали все то, что glass-fill ruby есть, дает преимущество или нет. Там какие осложнения есть, там какие проблемы есть. Потому что это камень можно купить несколько долларов, можно 2 доллара, 3 доллара на карат. Самый классический, красивый камень можно купить на 10 долларов всего. А вы можете смотреть там, если 5 каратный штук есть, glass-fill, это самый большой цена будет там 50 долларов на 5 карат. А если такой качество, то, такой свет, то, что на glass-fill есть, если это реальный камень, это натуральный камень, такой чистота, если внутри есть, тогда уже не меньше, можно говорить, где-то 70-80 долларов за 5-каратный штук. Ну, хотя бы там можно смотреть, там какое качество есть. Может быть, побольше еще будет. Но я минимально говорю, вот такой-то цена будет, если такой камень будет. Вы можете сейчас сравнивать, если такой есть разница очень большая, вот цена. А уже там, если преимущества мы будем просматривать, чтобы есть или нет, то обязательно, если вот цена такая большая разница есть, то обязательно там полезный эффект тоже разница будет. Поэтому это надо думать сначала, как вы покупаете или там носите. И вам надо сначала смотреть, чтобы какой-то камень реальный есть или не реальный есть. Это который продавец, его надо спрашивать специально, чтобы это камень, какой камень есть, это реальный, нереальный, или там какой обработка есть, или там, если такой вдруг меня получился, чтобы это не такой реальный камень, то, что я хочу, то я могу обратно там это вам перенести. Но это надо договориться с продавцом. Это будет вам легче, будет вам удобно. Он может быть тогда, если будете спрашивать, то вот так, он будет вам продавать реальный камень тогда. Он будет вас смотреть, чтобы он уже знает,
покупатель уже знает все знания, есть у него то, чтобы завтра ее проблема не будет. Поэтому вам надо обязательно надо узнать, чтобы это рубин, глазфил или безглазфил или натуральный. Вот так надо будет вам. Спасибо. Дорогие друзья, если вам какой-то реальный камень надо купить, вы можете спрашивать меня на WhatsApp, на description я сдавали. Если какой-то дополнительный вопрос есть, если рекомендация есть, вы можете мне сказать. Если хотите покупать реальный камень от нас, вы можете купить без проблем, где вы живете, мы можем вам отправить через курьера. Спасибо.